11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Николай Голиков. И Светлана Занько. Представляем сразу наших гостей. Это Людмила Тюнькина, психолог, сказкотерапевт, организатор студии мультипликации «Мультинка». Людмила, добрый день. Добрый день. Добрый день. А Юлия Зиновьева, режиссер, педагог студии «Мультинка». Здравствуйте. Здравствуйте. Звезда нашего эфира Ярослава Абухова, главная актриса. Здравствуйте. 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 Ярослава, сколько лет вам? Семь лет, Ярослава. И Андрей Абухов, папа Ярослава. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот прямо в данный момент я выкладываю в Facebook в своей группе фотографию всех присутствующих и самой главной звезды этого эфира Ярославы с ее согласия, согласия ее папы. А почему у нас сегодня здесь такой набор экспертов, объяснит Николай. Дело в том, что вот эта прекрасная студия мультипликации «Мультинка» собирается создать мультфильм о Кировской области. Я правильно сказал? Да, действительно так. Правильно сказал. И для этого, как всегда, у нас нужны определенные средства. Нужны? Нужны. Вот. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Что это за мультфильм, какие нужны средства и какое к этому отношение имеет наша звездочка Яся. Ну, вообще, да, спасибо. Вот Юлии, которая написала мне в Фейсбуке и сказала, что вот она замутила тут такой проект, сказала Юлия, я замутила тут такой проект краунфандинговый. Снимаем мультфильм о Кировской области. А краунфандинг, мы об этом совсем недавно говорили, как это раз, да. Набирающий обороты такой стиль сбора денежных средств на различного рода хорошие проекты, которые имеют социальную значимость, на специальных платформах в интернете. И люди, которые считают, что этот проект важен, он им нравится, они могут эти деньги жертвовать через интернет для того, чтобы проект состоялся. В данном случае мы говорим о мультфильме о Кировской области, главным героем, главной героиней которого станет девочка. Внимание, внимание, удивление. По имени Ярослава. Вот она здесь сидит, замечательно улыбается. Ей 7 лет. Мы не знаем, как, что там в сценарии, как там все было задумано. Но вот мне кажется, раз мы вот уже упомянули, что Юля инициировала этот собственный эфир, все-таки первый вопрос будет звезде эфира. Правда? Невозможно звезду зажигать где-то в конце или в середине. Ярослава, расскажи немножечко о себе, пожалуйста. Ты сказала, что тебе 7 лет. Ты ходишь в садик или в школе учишься уже? Ну, я не хожу ни в садик и не хожу в школу. Я как бы сейчас между садиком и школой. Ага, да. Ты в первый класс пойдешь, да? Ну да. Ты пойдешь в первый класс. А в какую школу ты уже знаешь? Нет. Нет еще? А папа знает, в какую школу пойдет ребенок? У нас мама знает. Отлично. Ну ладно, пусть Ярослав, это будет небольшой тайной. Ярослав, а ты знаешь вот про эту историю, о том, что будет сниматься мультфильм о Кировской области? Ну, я знаю. Правда? А сценарий ты уже читала? Нет. Не читала еще сценарий. А кто тебе рассказал про этот мультфильм? Вообще, как ты оказалась папа, в этой студии? Папа, Юля, мама. Я не помню. Не помнишь. Как-то ты узнала про него, да? А ты в Кировской области где живешь? В Кирове? Да, в Кирове. А путешествуешь часто с родителями по Кировской области? Где ты уже бывала, знаешь, какие-то города этой области? Ну, по Кировской области я... Не знаю, я не очень, мне кажется, часто путешествую именно по Кировской области, а так-то мы часто путешествуем. А так-то мы часто путешествуем, да? Но любимые какие места у тебя в городе? Где ты любишь гулять? Даже не знаю. Вот. И в этом цель этого мультфильма. Потому что каждый человек, который живет и в этом регионе, и за его пределами, и каждый большой человек, и самый маленький человек – благодаря этому мультфильму сможет узнать, какие есть красивые места и в городе, и в регионе, и чем они любопытны. Особенно интересно, конечно, когда это открывается глазами ребенка. Да, Юля? Да, вот Ярослава сказала, что она не помнит, как все начиналось. На самом деле, действительно, времени прошло много с самого начала. Мы начали еще... В октябре. В октябре, да. Мы думали, что мы ограничимся небольшими пластилиновыми зарисовками, то есть мы покажем наши достопримечательности. Но потом мы поняли, что нужно расширять нашу аудиторию. Мы хотим сделать проект больше, интереснее. И поэтому на каком-то этапе мы остановились. Мы стали искать решения, стали искать ходы и поняли, что пластилиновые зарисовки мы хотим разбавить живыми съемками. Мы хотим добавить в мультфильм живую героиню Ярославу, тем более она очень артистично эмоциональная. Она показала себя в нашей мультстудии в процессе съемки.
и добавили еще одного героя. Второй герой – это пластилиновый петух. То есть, потому что дымковская игрушка? Потому что, ну вот все знают, что, допустим, Италия имеет форму сапога. Но в процессе наших занятий мы поняли, что не все дети знают, что Кировская область напоминает петуха. Или туриста с рюкзаком. Ну да. Петуха, не сбивай. И мы решили вот этого петуха оживить, наделить его голосом, душой. Тем более, что правда, вот конфигурация Кировской области, да, то, как выглядят ее границы, очень похожа не просто на петуха, а именно на дымковского петуха, потому что хвост вот такой большой, там, да, нетипичный. Да, именно дымковский петух будет у нас таким, не знаю, экскурсоводом, модератором этого мультфильма. Ты, Ярослава, видела дымковскую игрушку? Я видела, но я не знаю, какой именно. Какую именно? Какую ты видела? Хорошо, так, познакомишься, судя по всему, теперь в процессе съемок. Рассказываем дальше, Юлия. И мы не ставили себе такую задачу там, сделать какое-то большое краеведческое пособие, какой-то, не знаю, образовательный широкий проект. А мы хотели, поставили себе задачу в такой доступной, яркой форме рассказать ребенку вот о том месте, где он живет. То есть на детей, фильм, да? На детей ориентирован. Да, все-таки целевая аудитория. Потому что Ярослава задает вопросы в этом мультфильме и получает на них ответы через вот, героя, через персонажей. Потому что в нашем мультфильме будут принимать участие известные в городе люди. Например, Антон Касанов. Он будет рассказывать об одном из объектов. Он будет пластилиновый или живой? Он будет живой. Дома на него много пластилина уйдет, потому что, да, жалко пластилина. Историк и краевед Антон Касанов, наш эксперт. Да, автор «Пешком по Вятке» проекта. И условия, в которых мы провели эту съемку с Антоном и с Ярославой, это были очень экстремальные, потому что мы снимали зимой, это было очень холодно, нас сотрудники ФСБ не готовы были видеть. А вы были как раз у здания ФСБ на Ленина, да? Да, сначала мы слепили его, а потом уже пошли туда, чтобы снять эпизод с Ярославой и Антоном. А вы внутри здания снимали? Нет, снаружи. Снаружи, да, но там здания, такие, да, особенности, что ни в коем случае нельзя, чтобы попадал в кадр сотрудник, кто-то из сотрудников, машины их. Ну да, это вам не королевский караул, конечно. Да, поэтому вот нас спрашивали документы и все прочее. Значит, съемки уже начались. На какое количество мультфильмов? Это серия будет мультфильмов, рассказывающая о разных, видимо, да, объектах Кировской области. Вы рассчитываете? Или это один мультфильм? Нет, это будет один мультфильм, который объединит в себе несколько эпизодов. По сценарию мы пройдемся и дальше. Но сейчас нужно назвать, на какую сумму нужно собрать для того, чтобы этот проект состоялся. Ну вот фишка в том, что делали, то есть лепили все дети. Но деньги нужны на то, что дети сделать не могут. То есть это монтаж, это профессиональная озвучка, композинг. То есть это то, что, в общем, называется постпродакшеном. Ну, это дорогостоящая история мультики, да. Это мы знаем. Цель проекта, я вижу сейчас, я нахожусь на краудфандинговой платформе, она крупнейшей, planeta.ru, 65 тысяч рублей. Да. Осталось 38 всего дней до момента, когда краудфандинг вам закроет уже эту возможность собирать эти деньги. Сейчас запустились вы только 31 мая. Да? Да. Запустили 31 мая, на данный момент собрано 17,5 тысяч рублей. Примерно 17,5, нужно 65. Мы представляем себе, что это такое. Еще раз, planeta.ru, мультфильм про город Киров, так и называется эта страничка. Мультпутешествие маленькой девочки Ярославы по своему родному городу Киров становится не просто точкой на карте, удивляет, будет воображение, интерес к знаниям. И картинка такая, заставка, видимо, то, что мы действительно, вот, да, вот те образы, которые мы видим уже в мультике. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Мультфильм про город, да, Киров. Мультфильм про город Киров собирается и уже снимают, и собирается сделать большой красивый мультик про город Киров, где будут и настоящие герои, и пластилиновые герои. Компания дружная, которая сейчас находится у нас в студии, представители мультипликационной студии «Мультинка» и главная звезда этой студии Ярослава Обухова. Ура! Ура! Так, давайте передаем слово сейчас папе Ярославы. Как вы пошли вообще на это дело? Я просто привел Ярославу на занятия. На первом занятии она оказалась совершенно случайно с нашими друзьями, с их детьми. Они пришли в студию «Мультинка»,
Там как раз снимался новогодняя серия одного из мультиков. И Ярослава там осталась. Осталась и постепенно втянулась в проект, да так, что стала главным лицом вот этого мультфильма, о котором мы сегодня говорим. Так все и началось, и я осуществляю больше техническую поддержку. Я привожу Ярославу на съемки, грею ее в машине и прячу от сотрудников, если нас проверяют документы. Да? Папа как техподдержка. Это хорошо. Угу. Сама идея вам понравилась? Идея замечательная. Я бы сам с удовольствием полепил, было бы побольше времени. Это очень такое медитативное занятие, которое нравится и большим, и взрослым, и взрослым, и детям. Андрей, а Ярослава, она только снимается или тоже лепит? Конечно, лепит. Лепит, и, да? И снимается, и лепит. Ярослава все у нас. Андрей, Ярослав, почему же вы не ездите по Кировской области? Ну, хоть много путешествуете. Имеется в виду с Ярославой, у нас есть в Кировской области деревня, дом. Мы туда очень часто ездим, и нам очень нравится природа Кировской области. Просто Ярослава у нас получается, что ездит только как раз в деревню, это в Пижанском районе. А что сейчас вот предстоит? Только Киров или все-таки и по региону будете вы ездить вместе с Ярославой для съемок? Ну, большая часть съемок уже завершена. Город Киров, да? Мультфильм про город Киров все-таки. Я сама себя должна была поправить, потому что я про регион начала говорить в начале программы. Город Киров. Ясно. И трудно вообще проходит этот процесс съемочный, осознание сценария, кто рассказывает Ярославе об этом. Ярослав, кто тебе рассказывает о мультфильме? Что будет завтра, например? Куда ты пойдешь? С каким дядей Антоном Касановым ты будешь там на фоне какого здания играть? Тебе, кстати, Антон Касанов понравился, Ярослава? Ну... Интересно было с ним? Ну, наверное, я уже не помню. Правильно, конечно, жизнь бежит стремительно вперед. Естественно. Сценарий. А кто тебе вот рассказывает о том, что вот будет завтра съемка, Ярослав? Будем вот это с тобой, об этом говорить? Мне рассказывает мама, вот ей посылает вот мой сценарий, что я как бы... Нужно мне будет говорить или типа того. И типа того. Они дома репетируют, да, и потом на следующий день она уже приходит готовая. Андрей, а вы в репетициях-то участвуете? Я вижу этот процесс так. Мне говорят, место съемки, время съемки. Я забираю Ярославку, везу ее. И совершенно со стороны это выглядит так, что ребенок действительно звезда и без подготовки снимает вот такие какие-то... Ролики прям без предварительной подготовки. То, что дома, и там я прямо это... Такое лицо сделала, как настоящая звезда. Вот какие грани дочери открылись, да, в процессе. Хорошо. Но бывают ведь и неожиданные какие-то вещи, да, на съемках для тебя. Например, когда мы снимали на хладокомбинате. А вы снимали на хладокомбинате? Ярославу накормили мороженым. Сколько килограммов мороженого ты съела, скажи честно? Я не знаю, сколько я съела килограмм. Мама, ты как к этому отнеслась, что ты мороженого наелась? Да я... Ну, не знаю. И не ела особо, скажи, показали только, и все, да? Как бы я... Много-то и не ела. Правильно. Это только в фильме было, будто бы я съела мороженое. Просто бумажки от мороженого наложили, будто бы я столько съела. И все. Ага, ты представила себе, как это съесть такую гору мороженого? Я не смогла представить. Понятно. А что случилось-то там на хладокомбинате, Юля? Ну, пусть это будет интригой. А это все снято? Это будет внутри мультфильма? Да. Понятно. Ну, самое время передать слово, наверное, сценаристу. Пожалуйста, какая идея заложена в мультфильме? Может Людмила быть, вы нам Тюнькина, канву обрисуете? Да, но я не могу сказать, что я только сценарист, потому что все мы придумывали вместе, в том числе и с ребятами. И когда мы начинали только работу над этим мультфильмом, мы даже не представляли, что будет, как будет. Да, и начали с того, что просто дали ребятам задание, чтобы они рассказали о городе Кирове, о любимых местах города Кирова. И дальше про эти места мы начали снимать пластилиновые как раз эпизоды. Дали ребятам задание, это детям, которые занимаются студией мультинка. Да. А у вас много ребят? Нет, группы у нас небольшие, группы до 5 человек в студии, и мы снимаем разные мультфильмы. Вот с этой группы у нас в группе 5 человек. А возраст какой, ребят? Возраст от 5 до 8 лет в этой группе. Самому старшему, да, кто туда участвовал, это 8 лет вот, в этой группе.
Да. Вот. Поэтому дети сами рассказали, собственно говоря, о городе Кирове. Мы нашли интересные факты какие-то про город Киров. В том числе город Киров у нас очень сказочный. Много и сказочных персонажей. И вот есть такие памятник, например, ну, дерево, да, с ухом, где можно загадать желание. То есть волшебство такое. Вот и мы это волшебство потихонечку-потихонечку расширяли и вот расширились в такой большой проект. То есть такой вот волшебный мультфильм, да? Волшебный мультфильм. Здесь вопрос был для детей или для взрослых. Я думаю, что основная, конечно, аудитория – это дети. Но признайтесь, что любой взрослый с удовольствием смотрит хорошие мультфильмы. Конечно, безусловно. Тем более, что обычно мультфильм смотрят все-таки семейный такой просмотр, взрослые дети вместе. Да. Я вчера на ночь смотрела мультфильм в одиночестве. Но смотрела мультфильм. Безусловно, конечно, да. И вот когда вы прописали этот сценарий, вы представляли себе, какой объем работы придется совершить? Вот когда вы поняли все-таки, что это не просто там проект, вам же хочется, чтобы этот мультфильм смотрели все. Да, это уже не для себя так посмотреть, порадоваться, что да, вот в рамках нашего проекта в студии «Мультинка» мы что-то там сделали. Вы хотите, чтобы это было действительно презентабельно для того, чтобы... Ну, вот это представляет наш город. Да, ну это как в стихотворении. Однако за время пути собачка смогла подрасти. Потому что в процессе поняли, что действительно получился хороший материал пластилиновый, и нам захотелось сделать этот проект достаточно таким серьезным, красивым. И когда говорят слова о, ну, такие высокие, о патриотизме, да, о любви к родине, на самом деле все проще. Дети, когда с любовью и с радостью, с удовольствием занимаются краеведением, изучают свой родной город, делают вот такой маленький, но очень-очень большой на самом деле вклад для того, чтобы об этом городе узнали не только другие регионы, но и сами они. То есть вот поэтому проект хочется действительно сделать таким большим, серьезным, ну и интересным, чтобы было здорово смотреть и взрослым, и детям. Ну и дети же, они в прямом смысле прикасаются к истории, то есть твоими руками, то есть город становится для них осязаемым, таким чувственным. То есть правильно ли я понял, что когда они называли вот эти свои любимые места в городе, они потом стали их делать из пластилина? Да. Вот мы отталкивались от этого. Да. И даже... Но это же довольно сложно, вот если брать там возраст, вы говорите, до 8 лет. Да. А там же архитектура. Ну, у нас семейная студия, поэтому, конечно же, помогали родители, да, и что-то лепили и вместе. Вот. Например, у нас там есть сюжет про Катюшу, да, эпизод. Вот Алёша с мамой, они слепили удивительную Катюшу, потому что во время войны в нашем городе делали Катюшу. Вот. И ну, она получилась достаточно такая настоящая, убедительная. То есть ну, самый настоящий миномет слепили? Да, а ну, вот можно ли так примерно показать, большой ли? Ну, лепили примерно все на лист А4. То есть, да. Конечно же, мы искали картинки какие-то, ну, с которых можно было бы слепить, но все на самом деле, такую кропотливую работу делали дети вместе с родителями. Не, ну тогда у меня вопрос. Вот вы говорите про здание, где вот вы в ФСБ съемки шли, да, ведь это же одно дело видеть здание на фотографии, проходить мимо него, но здание же это объемное, оно на самом деле имеет там... Его надо со всех сторон осмотреть, чтобы его сделать. Вот как это вот? Ну, техника съемки... Нет, ну вот когда они делали, они же лепили. Лепили, здание, да. Но у нас плоскостные все наши То есть они как вот именно такой фасад как бы делали, не весь объем. Вот да? Я сейчас Николаю открыла планету, planeta.ru, мультфильм про город Киров. Вот я вижу это и здание. И прямо это здание ты теперь видишь. Ну, а теперь вижу, что оно плоское, да. Но вот, как будто вот... Там пониже еще крупный план этого здания. О, ну очень узнаваемо, правда? Очень узнаваемо. Вот сейчас вот даже нам с Колей стало понятно, как это все выглядит, и всем, кто заинтересован сейчас в том, что это тут затеялось. А это вот уже фотография студии, как это у вас все происходит, да? Да, пожалуйста, на планету заходите. Это мультфильм вот мультстанок, про город, где мы, собственно, и снимаем наш мультфильм. Это не коммерческий проект. Нет. Это не коммерческий проект. Это важно просто сказать, коммерческий или не коммерческий проект. И все средства, которые здесь есть, они те, которые необходимы для того, чтобы технический процесс полностью был осуществлен. Чтобы оплатить работу специалиста. Да. Чтобы оплатить работу специалиста. Ну, кроме нашей звезды Ярославы, там дети участвуют только в лепке, да? Правильно я понимаю? В кадре только Ярослава. В кадре детей. Только Ярослава. Ярослава, мне просто интересно, а вот твои коллеги,
по студии «Мультинка». Они как-то тебе завидуют, что ты звездой стала, скажи? Ну, я даже не знаю. Ничего такого нет, да? Нет никаких таких? Ты не чувствуешь, что изменилось отношение? Сказали, ну, конечно, она теперь звезда. Ну, я пока такого я еще не замечала. Слава богу. Очень, очень хорошо. А обсуждаете вы с ребятами, что вы будете следующее лепить, какие дома и так далее? Ну да, как бы обсуждаем. Угу. Кстати, да, Ярослава у нас была как раз в этом мультфильме специалистом по домам. Она слепила очень яркие. Вот они, кстати, там есть где-то на планете сверху. Вот это ее руками слеплены домики. На первой картинке вот здесь вот, да? Вот, да. Вот это вот Ярославина картинки. Яркие, розовые, с голубым и с желтым. Вот так она видит наш город, да. Это вот какое-то конкретное место ты лепила, Ярослава? Нет. Это просто вот как твое впечатление от города, да? Ну, не совсем. Я как бы просто вот некоторые дома вот примерно так представляю. Угу. И вот. Тебе бы хотелось, чтобы они так выглядели в нашем городе? Или, ну, или они так и выглядят? Ну, ты не их все любишь? Так и выглядят, но я просто... Вот некоторые, которые я замечаю, иногда бывают такие очень яркие и насыщенные. И тебе нравятся яркие и насыщенные? Тебе нравится, ну, чтобы, да, город был вот ярким, такие, да? Да. Хочется? А вот тебе нравится, когда дома раскрашивают, как дымковскую игрушку? Ну да. Нравится вот это, да? Да. А еще что в нашем городе тебе нравится? Яркие дома нравятся, а еще? Ну, даже не знаю. А какое твое любимое место в городе? Это я уже спрашиваю. А я вот сейчас еще раз спрошу. На самом деле, Ярослава, сначала мы рисовали. Не подсказывайте, Ярославе, не подсказывайте. Давайте мы спросим, куда она любит. Вот она все слышит. Она в наушниках и все слышит. Ярослав, где гуляешь с папой и с мамой? Где нравится ходить? Ну, чаще всего мы даже не знаю, мы как-то где-то во дворе до папиной студии, это в пешей доступности. Моей мамочки папиной студии и во дворе вот как-то там. А в парках каких-то? Ну, да, мы там еще гуляем. Вообще, какие странные вопросы задают взрослые здесь. Да. Ну, конечно, гуляют, господи, по городу, да. Ясно. Но просто вот интересно, в процессе эфира, когда маленькие же совсем дети, я понимаю, почему Ярослава удивляется моим вопросом, что какие-то вопросы странные взрослые задают. Жизнь стремительно бежит вперед, они спрашивают, что там зимой было, значит, на фоне какого здания, с каким дядей, значит, мы снимали этот мультфильм. Но, тем не менее, вот просто интересно, что тебе, вот, Ярослав, вот в этом здании, да, ты зимой вот здесь вот снималась, там два таких вот, да, вот две штуки такие вот на шпилях. Это что за здание такое? Что тебя в нем поразило, скажи? Ну, даже не знаю, наверное, размеры или... Огромное? Да, оно очень большое. И красное, да? Оно розовое теперь. Довольно яркое. Яркое. А вот что тут вот на шпилях? Это что за такие звери тут? Не знаю. А ты спрашивала? Ты не спрашивала? Нет. А там Антон вот сам расскажет обычно. Такие звери сидят такие. Где? Так, папа, сегодня ребенка за руку, техническая поддержка. И снова к этому зданию. Прервемся на полминуты. Напоминаю, что в нашей студии гости из мультипликационной студии «Мультинка». И мы с ними продолжим разговор после короткой рекламы. На платформе planeta.ru, это краудфандинговая платформа в интернете, planeta.ru, одна из крупнейших, вызывающих доверие у специалистов, идет сбор денежных средств на реализацию замечательного совершенно проекта, мультфильма про город Киров. И вот сейчас хихикает там главная звезда этого проекта, да, Ярослава Абухова, потому что папа что-то ей там показывает. Нет. Такой интересный. И студии показывает тебе, нет, да? А селфи делает. Замечательно. Значит, да, Ярослава есть, между прочим, на этой страничке мультфильм про город Киров, где очень много фотографий, фотографий уже кадров, стоп-кадры такие из мультика, фотографии самой студии «Мультинка», где ребята лепят уже, да, этот мультик практически. И там есть Ярослава в видеоролике, который рассказывает, что за мультфильм, что за проект они затеяли. Проект уже сейчас в работе, он развивается, съемки идут. Но поскольку мультфильмы – это очень кропотливое, медленное, тяжелое занятие, требующее, ну, множество средств,
то создатели проекта обращаются к людям, которым это нравится или понравится, когда вы прочитаете и послушаете нас, чтобы вы поучаствовали в этом проекте, вложили свои средства, краудфандинг в этом и заключается, всем, кому нравится, средства вкладывают. Вот на этой странице planeta.ru можно пожертвовать деньги до 38 дней осталось, 26% денег сейчас уже собрано, осталось еще немного, заходите на эту страницу и смотрите, нравится, пожалуйста, жертвуйте. А мы продолжаем разговор с нашими гостями. Я вот как раз хотел спросить у организатора студии мультипликации «Мультинка». Вот я как раз и называю, собственно, у организатора студии мультипликации «Мультинка» Людмилы Тюнькиной, потому что вот мы в перерыве тут пока в эфире не были, обговорили. Очень интересно, что проект уже так развивается, а нигде нет вот названия от этого мультика. Он еще не имеет его пока имени? Нет, у нас есть рабочее название «Вяткаленд», но мы принимаем как раз, могут жители нашего города принять участие в придумывании, в поиске этого нового названия мультфильма. То есть, как бы граждане могут не только денежку пожертвовать, а могут еще поучаствовать вот в таком важном деле, как придумать название. Да, мы будем рады, да? И идеям тоже. А идеи эти куда надо? По телефону или где-то группа у вас есть какая-то в социальных сетях? Можно в социальных сетях, можно писать комментарии на самой планете. Угу. Если мы называем социальные сети, то как называется ваша группа? Социальные сети, группа «Мультинка» ВКонтакте. Группа или «Мультинка» на наших ВКонтакте, личных страничках. Там, у Людмилы или у меня. То есть у кого какая-то идея по поводу названия есть, да, можно просто взять и написать, что я думаю, что будет здорово, если мультик будет называться, скажем, вот так вот, да? Да, и уже, кстати, идеи есть. Есть уже, да? А куда дальше вот мультфильм пойдет? Положим, все получилось, а мы надеемся, конечно, что все получится, будет. Да. Вы сняли мультфильм. Дальше. Как вы будете его, кому показывать? Мы очень надеемся распространять. Мы очень надеемся сделать презентацию нашего мультфильма в городе. Мы бы хотели, и, может быть, удастся еще раз нам встретиться в этой студии, чтобы проанонсировать. Угу. А ты знаешь, кто у нас глава города, Ярослав? Ярославе 7 лет, напоминаем. Кто у нас глава города? Не совсем. Так, а кто у нас глава вот всей Кировской области? Всего этого большого такого петуха на карте страны. Не знаю. А кто у нас президент страны, ты знаешь? Нет. Вот. А этот мультфильм поможет Ярославе познакомиться, если не с Владимиром Владимировичем Путиным, да? Хотя, черт его знает, может быть, и с ним даже. А может быть, и ему этот мультик можно показать. То с главами города и с главой региона познакомиться ведь точно можно. У вас такие есть замыслы? Если делать презентацию хорошую, товарищи, так как? Товарищи взрослые. Без первых лиц. Конечно, Ярослава встречалась, просто встречалась не помнит. С известными, очень известными людьми. А с кем? Я встречалась с губернатором. Ты встречалась с губернатором. Так вот он как раз и есть тот самый главный в нашем петухе. С Игорем Васильевым встречалась. Ага. Она просто не знала, что там была некоторая главный. Неловкая ситуация, и она, может быть, помнит больше ту ситуацию, чем саму встречу. Но там съемки были, да? Да. И там были съемки. Он тоже будет в мультике? Ну вот, все козыри. Но это же интересно очень. Он будет или нет в мультфильме? Губернатор. Будет. А главы города? У нас очень красивые и умные главы города. Ну, у нас много чего интересного, чего в городе... Мы начинаем внедряться в сценарий. Нет, тогда надо уже мультсериалы снимать. Да? Мы внедряемся в сценарий. Все правильно. Ну, то есть все-таки пока будет он презентован, а дальше вы рассчитываете, может быть, в каких-то конкурсах, может быть, на телеканалах, да, мы хотим, в интернете. Мы хотим показать, возможно, в школах, в детских садах. Мы хотим, если будет возможность и желание, перспектива участвовать в фестивалях, на конкурсах с этим мультфильмом. Угу. Ну, давайте все-таки немножко поподробнее еще расскажем. Вот, Коль, ты хотел спросить про студию. Да, вообще, да, мы так это говорим про студию. А, собственно говоря, вот конкретно это про нее-то рассказать было бы очень интересно. Какие еще мультфильмы мы снимали? Да, ведь это же не единственный проект у вас, как я понял. Да. Я хочу Давно напомнить. Давно ли вы существуете? Мы существуем 2,5 года. Ну, есть молоденькие еще. Да, мы совсем молоденькие. Вот. И идея родилась у нас с Юлей так-то уже давненько, да, снимать мультфильмы, потому что у Юли есть опыт, был опыт уже на то время съемок мультфильмов. Вот. А у меня такая удивительная специальность — сказка-терапевт.
терапевт. Мне все время хочется сказки их оживлять. И вот мультфильмы как раз такая возможность оживить сказки и приумножить такие добрые сказки. Поэтому мультинки мы снимали разные мультфильмы. Например, одно направление было по эмоциональному развитию детей. То есть мы снимали мультфильмы про чувства. И у нас есть целая серия мультфильмов про чувства. Это как? Что такое любовь, например? Что такое злость? Что такое удивление? Погодите, это вот. То есть дети из пластилина лепили удивление? Ну, да. Конкретно удивление они лепили из манки. Не лепили, а делали из манки, да. Из чая. Еще менее понятно. А, возьмите Николая на сказкотерапию. Да-да-да, я вообще совсем растерялся. Я потому что знаю, что такое манка, но как из нее делать удивление, я не могу себе представить. А все через систему образов. Да, через систему образов. И мы не только лепим из пластилина, то есть мы используем разные техники, и рисуем, и вот сыпучие у нас техники. Мы сейчас спросим Ярослава. Спросим. Ярослава, как из манки сделать удивление? Я не знаю, я тогда еще не была в мультинке. Вот когда это. Самое было. Интересно, то правда? Как это из манной каши сделать удивление? А у тебя манная каша ярость или удивление вызывает, когда мама на стол ее ставит? Или радость? Ну, мама не очень хорошо умеет варить кашу, потому что она не любит молоко. А мама слушает сейчас эфир. Мама не любит молоко. А манная каша без молока, это можно овсянку без молока, конечно, можно рис без молока, а манку без молока есть невозможно, я согласна. Мне нравится, как говорят еще бабушки, а вот я не помню, когда в последний раз за маму варила манную кашу. Да, я тоже не помню, когда мне мама в последний раз кашу вот варила. Какие вы странные. Даже я помню, когда мне последний раз варили манную кашу, хотя это было еще в 60-е годы. Ты ее тихонечко так не подсунул? Нет, я ее с удовольствием ел. Ел, да? Я любила так по краешку тарелки размазывать, знаешь, чтобы остывал, и тихонечко снимать ложкой. Там это было все в деревне, поэтому было все изумительно вкусно, поэтому я все это очень хорошо помню. На молоке. Да. Понятно. Сказкотерапия. Это хорошая, кстати, история для нашей программы, психологической программы. У нас есть она такая. Я познакомлю вас с нашим экспертом. Может быть, вы про сказкотерапию нам расскажете поподробнее. Хорошо. Людмила, это хорошо. Вот вы делали вот эти вот чувства. Да, но это вот какие-то этюды получаются, да? Вот как бы они вот такой небольшой этюд, то есть совсем коротенькие, да? Да, совсем. А вот какие такие вот уже сюжетные именно сказки какие-то вы снимали? Да, мы снимали уже со взрослыми, то есть с будущими сказкотерапевтами, которых я уже обучаю. Вот, сняли такой мультфильм про чувства, про архетипический сюжет государства, который называется. И ребята уже нам помогали его завершать, то есть вот со взрослыми. Про архетипический сюжет государства. Я сначала хотела сказать, вот я просто себе представила, что я там беременная мамочка, например, вспоминаю, да? Беременные мамочки, они же все озабочены тем, как они будут воспитывать своего ребенка. Они, значит, во время беременности там прикладывают там, что-то, чтобы музыка звучала классическая, книжки там читают. Я даже в роддом с собой большую книжку взяла, там, да, «Приключения ежика и медвежонка», большой такой талмуд. Потом еще надо вязать носочки. Сейчас вот думают, наверное, классно было бы пойти и еще сказкотерапией там заняться и учиться, чтобы так уж родила и сразу же архетипические. А сейчас вот параллельно мы идут съемки мужского мультфильма, такого про мужские. Да, про мужские. Так это взрослые уже сказки? Нет, мальчики. Мальчики снимают. На самом деле все просто. Архетип, да, древний образ. То есть все древние образы, которые есть внутри нас, мы стараемся как-то вот показать, чтобы люди больше понимали. То есть что такое государство? Внутри нас целый мир. И мы про этот мир внутренний часто знаем меньше, чем про внешний мир. Поэтому стараемся мультфильмы снимать про внутренних жителей. Это те же эмоции, чувства, мысли. Ты пройдешь такую сказкотерапию и поймешь, что государство — это я. Да, это так и есть. Так, понятно. Что-то мне кажется, Светлана, что мы далеко не последний раз с этой компанией встречаемся в эфире, потому что с каждым словом все интереснее. Во-первых, у тебя есть кандидат, Коля, на ведущую в «Открывашке». В «Открывашке» это просто необходимо. Чувствуешь? У нас есть детская программа. Все молодеем и молодеем. Вот Ярослава вполне уже. Она, правда? Вполне способна. Замечательно. Тем более, это будет такое украшение нашей программы. Да, Ярослав, мы подумаем. У нас настоящая звезда будет в гостях. Да, и мы тебя приглашаем в нашу программу «Открывашка».
там, в ближайшее время с папой поговорим о техподдержке. Вот. Чтобы тебя доставили. Там тоже ребята, они разные. В основном чуть постарше тебя, как ведущий, но гости бывают разные. Да? Ты сначала как гости придешь, а потом, может быть, и как ведущий будешь. Каждое воскресенье у нас есть такая программа в прямом эфире. Мы там еще разыгрываем всякие книжки. У нас в последнее воскресенье был классные. Гость, 10-летний, самый молодой экскурсовод в России. Да. Дядя Коля, мы подарим Ярославе, вот после того, как наш первый час разворота закончится, подарим какую-нибудь классную книжку от наших партнеров, которые раскрывашки. Я сделаю это с огромным удовольствием. Правда? Конечно. И расскажете потом об этом. Конечно. Раскрывашке. Вот я думаю, что будем обязательно сотрудничать. Отлично. А потом у нас, вот, пожалуйста, мы уже поняли, что у нас сказкотерапевт Людмила Тюнькина придет в практическую психологию, я надеюсь, и расскажет. А потом, спасибо, мы будем, Коля, с тобой слушать, что это. Потому что, да, это обязательно в этом надо разбираться. Да. Вот. Ну и все-таки Юля и Людмила, давайте еще раз, вы уже теперь не я, а сами обратитесь к нашим слушателям. Да, мы будем признательны, будем очень рады любой поддержке и финансовой, и в плане идей. О названии этого название, проекта, да, да, потому что... Пока что он называется «Вяткаленд». Да, были предложения уже в комментариях, я видела «Вяткоград». Ну, тоже обсуждается. Мы будем рады еще каким-то идеям. Да, и хочу напомнить, что это не просто такие пожертвования на планете выставлено. То есть, чем мы можем поменяться, то есть такое сотрудничество. Мы можем провести мастер-класс, можем снять вместе мультфильмы. То есть мы приглашаем действительно к сотрудничеству, а не просто к сбору денег. То есть это выгодно всем, да, это участникам, да, процесса. Можно получить, да, определенные вознаграждения. Как сейчас, да, говорят, win-win. Выигрывают все. Да. То есть те, кто могут пожертвовать деньги, они могут получить от вас какие-то услуги. Например, экскурсии в нашем мультстудию, да, в фотосессию, консультацию психологическую по вопросам семейного или воспитания. Или целый мультфильм. Или мультфильм. Вот, да, что удивительно, буквально в первые 3 дня, после того, как мы запустили, мы собрали около 20%. Да. Да. И в первую очередь как раз купили вот самые дорогие акции. Это мультфильм по вашему сценарию. Класс. Да. То есть из 5-4 акции были выкуплены сразу буквально. Вся информация на сайте planeta.ru, мультфильм про город Киров. Заходите, смотрите, мы тоже будем отслеживать, как движется эта ситуация. А к какому времени вы хотите сдать продукт? Ну, мы, коллеги, условно поставили 15 июля. Угу. То есть... Вот 1 сентября это уже можно, да, будет... Да, 1 сентября точно, совершенно. Угу. Мы в любом случае его сделаем. Отлично. Если будет помощь, то мы сделаем его быстрее и лучше. Да. Ярослава Обухова, главная актриса и звезда нашего эфира. Ура! Андрей Обухов, папа Ярославы, техподдержка мультфильма «Вяткоград». Ура! Ура! Юлия Зиновьева, режиссер-педагог студии «Мультинка». Ура! И Людмила Тюнькина, психолог-сказкотерапевт, организатор студии «Мультипликация», «Мультинка». Спасибо вам. Спасибо. Дневной разворот завершен. Культпоход впереди.